Доброе утро, дорогие наши зрители. Собираем мы вещи свои необходимые. Это вот зажевин очень хороший. Я вот постоянно им пользуюсь. Это вот от усталости ног. Ноги у меня постоянно горят. Девчоночки уже оделись, прически еще, правда, не делали. Вещи я все постираны, рассортировали. Что там, доча? Там тяжело открывается. Что, открыли? Столик мы уже туда перетащили. На кухне свет что, не включили? Девчонки чай по-быстренькому пьют. Дочь, ты кипяток забрала весь? Я еще вчера вечером налила. А, ну это, если разбавлять, я вот сюда вот вылила. Сейчас мы тут налили чаю уже детям. Сейчас хозяйка уже придет. На 8 договорились, да? Вообще изначально на 7. Ну, я такая сначала-то договорилась, и все у меня из головы вылетело. На 7 будильник поставила, хотя мы с ней договорились, что в 7 уже заберем. Ой, соберемся, что уйдем. Всем привет. Ну, мы с утра успели душ принять. Да? Люхи, маленькая, тикая, красивая девочка. Видите, сколько у нас вещей? Это вот у меня вяжет. Сейчас уже все будем таскать. Вы знаете, как в дороге нас выручает утюг? Тут есть утюг, но им пользоваться невозможно. Он весь сгоревший. Поэтому наш утюг и даже наш чайник очень выручает. Знаешь, что еще мы забыли? Мультиварку. Таня говорит, вы оставили свой утюг, только нету этой щетки. Потом залезла такая, говорит, ой, это там написано каша, да, суп. Ой, кушать хочет. Все, все, иди, иди, кушай. Зовет, кричит, кушать хочет. Ну. Олене вам вещи надо. Показалось, я вот так закрыла, чтобы открыла, что это Эмили. Нет, это не Эмили. Это маленькая девочка красивая. Папа последние вещи пакует. Сейчас уже будем начинать таскать. Я сегодня в шортах. Футболку гладила, и все равно входим. Все, мы собрались. Ой, запыхалась я паковать вещи. Знаете почему? Потому что с каждым городом у нас их становится все больше и больше. Да, очень много у нас копится бытовой химии. И продукты копятся, и одежда копится. Все. Вон наша семья стоит. Ну, я все проверила. Холодильник утащили. В холодильник надо продукты положить, они уже утащили. Вы не подцепили еще? Нет еще? Ага. Обувь, доченька, надо переобуть. Сланцы оденьте. Он... Я не знаю, где мои сланцы. Там пакетик есть. Специальный пакетик. Настя, уже полчаса как собрались, нас ждут. Ой, мы долго. Да мы не ждем, Зинка, чтобы пока машину протер, стоило, да? А то сейчас колеса подключаем. Ну. Ой, а мы вообще капуши, пока все, весь холодильник собрала. Пока набираем все. Зачем все набираем, не знаю. Вот наш прицепик стоит, как положено. Еще папка, ты бы выехал оттуда, а я не могу туда, на меня всякие колючки прилепляются. Иди сюда. Тома, сейчас папа в это выйдет. Вот этот пакетик, его нужно вот с этим. А что термос положили, я там кипяток налила. Женька положила его. Это Эмили еще. Да? Ага. Как это? Твоя. Это ж твоя же Эмили. Как это теперь не настоящая? Хочет за ней ухаживать. Так, воду. Ну что, немножко осталось все равно. Там у папки надо поставить термос и воду. А дай отцу он поставит. Ой, как хорошо, как прохладно. Мам, да? Я буду сзади, да, сидеть. Термос. А папа же нам убрал, наверное. Вот смотрите,
Не было у нас с собой бытовой химии. Видите, сколько? То шампуни, то это все копится, копится. Расческу купила. Еще мы половину выкинули. Ну. Нет, мы выбросили монитор. Ну его уж кто-то забрал. Вот это куда? Ехали так долго вдоль Волги. Аж Сонечка уснула. Мы поставили навигатор до Белгорода. 840 километров до него. Ну, естественно, мы не доедем 840. Во-первых, мы выехали 8 часов, 8.13 где-то было, и вот, ну, сколько доедем, где-то в промежутке остановимся, и завтра уже будем в Белгороде, там снимем жилье. Очень многие спрашивают, куда вы все-таки едете. Мы, конечно, сначала хотели на море, но раз на море такая катавасия творится, с красным загорится, едем в Белгород, будем подавать документы Алине. Настя пойдет в колледж, какой она сможет, чтобы вот узнать, какие документы нужны для того, чтобы для перевода, вообще есть ли там места. Поэтому мы сначала решили, что все-таки мы все дела свои доделаем, потом, может быть, в августе поедем на море. Тем более нам надо делать эти вот тесты. Что не принимают никуда. Я уже обзвонила все возможные эти дома отдыха. Нужно именно вот эти тесты. А раз такая свистопляска, снять жилье на море невозможно вообще. Тем более для такой большой семьи, как наша. Ну, в дороге уже 2 часа. Позвонил банк. Часто звонят, да, что-нибудь предлагают, а у вас и так громко стоит дозвон этот. В общем, всех разбудили, да, дети? Все встали? Ну, дети хотят кушать, мы сейчас будем искать, где нам остановиться. Колбаска есть, и сыр есть. А что, ни каши, ничего нету. Яйца забыли купить. Да? Ну вот, поэтому будем сейчас искать кушать. Я бы прям хлебушек с маслом, да, с чаем горячим. Большое, хорошее. А единственный минус, у них нету каши. Так, папочка, ты машину закрыл? Я хочу хлеб с маслом. У нас масло есть, я сейчас принесу. Там лаваш. Девчонки купили. Ну и что, у нас хлеб есть. Правда, у нас же есть хлеб, а я лаваш заказала. Угу. Папа лагман себе заказал. Ну сейчас 1100 у нас. Помимо того, что у нас там шоколадка, 2 чая, 2 флеша. 1150 у нас вышло. Вот. Сейчас. О чем ты рассказывала? Мама, тут хлеб на один только нарезал. Я пришла к Алексе. Я стояла и разговаривала с Алексом. На меня стариком потом напрыгнул. Ну, недобитый большой. А волосы вот такого прошли.
белые большие, да? Кто есть? Белые большие вот такие пауки есть. Ну, не такого размера, конечно, как ты показываешь. А на мне есть такой, вот такой же. Черный чай. Я хочу увидеть вам змею. Мы уже видели. Нет, как вот так по улице ползает. Ой, я боюсь змей. Я тоже боюсь. Когда мы приехали в этот... Один раз, короче, когда нам было в цирк, или может в пятом было в классе, мы пошли на цирк. У нас там учительница, которая с нами на продленке была, огромный питон вроде бы это был. Взяли ее прям вот так на шее. Она боится, она вот так вот прям. Прям ей страшно было. Нам еще предлагали, но мы такие, нет, спасибо. Это страшно, огромный такой. А наш класс согласился. Он близкий же, и прям на шее. Я помню, мы так же, как и я. Я помню, мы когда мы ехали в зоопарк, там нам давали крокодилы, крокодилы. Вот скотчем заматывали. Скотчем заматывали нам давали. Жей, когда мы испугались, а змею нам давали, никто не испугался. Вот я хочу себе змею. А крокодил, он такой, знаешь, я хочу себе зайца. Я помню, кролика. Во втором. У меня будет или обезьяна. Я помню, я ему буду давать. Марсиалкаре. Все. Конфеты. Что он захочет, я. Ну, это все дома можно. Дома ему только морковку и огурцы. Я помню. И капусту. Я думала, не принесут. Заказала. Девчонки, картошку пополам. Ну, еще макароны с Томочкой поедят. Тома, не наглей. Саша, пустые макароны. Хотя я ей предлагала котлету пополам с Томой. Ни в какую не соглашается. Котлета очень вкусная, она не хочет. Ну. У тебя есть свои макароны и ешь. Ага, да. Ну, макароны дети доедят. Хватит, что поедят. Я себе два яйца и хлеб с маслом заказала. Василий Владимирович не успевает видео свои выкладывать. 2 минуты всего, сил нет, упал спать. Я только 2 минуты выложу. Я говорю, ну и ладно, что теперь сделаешь? Это я пока видео не доделаю, я спать не ложусь. Ну вообще, конечно, это вот и говорят, там хобби, все равно немножко это работа. Я говорю, я пока спать не лягу, я пока не доделаю, я спать не лягу. И пораньше утром встаю, потому что мне надо, бывает, вещи паковать. Девчонки не могут. Так все, доченьки, пойдемте. На самом деле было очень вкусно. Только макароны суховатые. Этот раз я Жене и Дарине сама заказывала. И в следующий раз Томе и Саше я тоже буду сама заказывать. То, что они заказывают, они вообще не едят. Вон, зайди там в туалет, руки помой. Идите, руки помойте в туалите. Сейчас папа откроет. Я кошку жалко не лезла. Я просто привыкла все солить. Ты зубки почистила уже? Все. Все, сейчас папа откроет. Мама сказала, в машине будет есть. Хорошо. У кого масло? Ну-ка, беги, забери. Куда она в туалет? С маслом пошла, что ли? Ты, Дариночка, подержи доченька, я тут положу сейчас. Видите, у нас с собой хлеб. Это очень хорошо, когда еда с собой. Очень удобно, когда есть холодильник. Поэтому, да. Когда отправляетесь в путешествие, лучше купите себе холодильник. Угу.
вот так вот. Там лежит инсулин мой. Там сыр еще, молоко, кефир. Где-то масло сливочное у кого-то. Положили там уже. А вы добыли масло? Да, масло. И даже одна конфетка так есть. Все, садимся. Поедем. Прошло 4 часа, и мы решили отдохнуть и попить кофе. А ребятишки уже кушать просят. Говорят, мы хотим есть. Мам, мне уже будет. Да. Это вам только кажется, что мы очень часто едим. Они по другой дороге поехали. Понизились. Понятненько. А? Так-то прохладно. Мам, думаю, мороженое хочет. Сначала покушать. Мам, я вот я его съела. Хорошо. Заказали хлеб. Ну, нечаянно. Заказали девчонки суп с фрикадельками. Ну, это мама, конечно, заказала. И картошку. Мама заказывает вкуснее. Макароны не надо заказывать. Они почему-то вот по всей трассе, они спиралька и сухие. Ну, нет, картошка вон как хорошо. Мам, сухие только надо. Папа лагман. И у меня картошка тоже с мясом. Звонила. Умотали. Где там по буеракам ездят. В общем, будем сейчас искать их. Сказали, чтобы они стояли в село Бобров или как ли там. Не знаю. Ну, надо где-то встречаться. Они вообще не той дорогой поехали. Мы-то трасса едем. Они постоянно куда-то все сворачивают. Ой, листочек упал. Девчонки, у вас блокнот свалился. Видите, как я еду. Ой. Все, сели? Пристегивайтесь. Молодец, свернули с трассы. Федеральный трасс. Дальше трасса пошла на Воронеж, а мы повернули в Белгородскую область. Да Воронеж, то, что там, по-моему, 100 с лишним, да? Может, 140 километров. А мы вот на Белгородскую область свернули. Ну, что, зачем через Воронеж ехать? Видите, там все красиво, все засажено. Дети уже устали совсем. И отец устал. Не доехали мы до места. Не доехали мы 200 километров. Все, будем и тут вставать. Сейчас пойдем. Папа, пойдем, узнаем, где машины парковать. Видите, как мы устали. Неудобно. Мама, а завтра мы во сколько приедем туда? Ну, я не знаю. Кого, сумку? Да я нормально держу, дочь. Вот тут. Адмирал. Что случилось? Я нечаянно к нему приехала, она идет, я нечаянно на нем. Пока.
скажем номер. Так, а в лицо не лезьте сильно к ней. Можно вам я покажу? Нет. Можно? Тома, Том. Я расскажу маме. Так, папочка, встань рядом с Сонечкой. А то сейчас как кувыркнется. А то сейчас как вот это. Папа, свет включи, пожалуйста. Дреночка. Так, вот, вот такой номер, даже натяжные потолки, похоже, а может нет. Все, я нашла. Такой отель фри, Wi-Fi, зона 4. Ага. Вот такой номер стоит 2500. Ну, мы тут все не поместимся, кто-нибудь пойдет у Насти. Я буду. Ну, там, похоже, уже Алина забила. Вот такой номер, тут шкаф, стол очень удобно, что есть. Холодильник мы сейчас принесем, зеркало. Лес похож прям как наш, на наш сибирский. Ой, она хочет, смотри, укусить Томочку. Сейчас как укусит тебя своим зубом. Двумя. Двумя. Что, укусила уже? Нет. Она лизнула. Лизнула? Она сейчас еще раз кувыркнется и туда свалится. А Дима уже пододвинул кровать. Ага. Ну вот. Здесь вот такой душ. Я такая уставшая. Шампунь даже есть, смотрите, чистая линия. Ну, тут туалет. Что, у нас нету? Кого? Дим. Значит, так, Дарина, что я пойду сама поищу? Так, сейчас... А, Настину не буду комнату показывать, они сами покажут. Что-то такое тут. Надо же. А что-то не так, что ли, делать? А девчонки все убежали, наверное, к Насте в комнату. А так, ну делать. Все, будем сейчас уже сюда переселяться. Иди, бабушки, иди к бабулечке, иди, моя сладкая. Все кушать хотят. Ну все, пойдемте тогда. Тома, обувайся. Папа, пойдемте все ужинать. Где моя сумка? Дреночка, а вот она. Вот она. Все, сумочка нужна, давай послушаем. Болит? Да. Так, пойду, мне неудобно. Что, пап? Я свои документы. Ну, вкусно тебе? Ай, ты как большая совсем. Ну, как большая, кушать. У нас 4 часа разницы. Здесь 7 часов. По нашему времени уже 11. Ну, на, в Тюхтете уже 11. 20 минут 12. По нашему? Уже ну, не нет, все равно наше. Не наше. Уже не наше. Ну, конечно. Через год. По нашему времени уже 11 вечера. Ну, вы не спите. Ну, только ужинаем. Ага. Вот так кушаем. Вытянула, наверное. Дома, Дженечка, не мешай, пусть она поест. Так, что, давайте убирать со стола. Ой. Вот светлые костюмы купили, они уже все грязные. А, у меня не грязные. Ну, красиво. Это борода, я руки, потому что полотенце. Я специально стараюсь аккуратно делать, потому что нравится мне это. Угу. Нравится, конечно, Сане нравится. Потому что у меня руки были мокрые, я футболку вытянула. Вот видно, вот короткая. Ага, угу. Ну, а наши зрители пишут, почему вы не купили тот костюм? Во-первых, там дырочка была. Во-вторых, там размер, я уже потом посмотрела, 116. Хотя продавец нам говорит, да вы понимаете, что сейчас размеры не важны. Я говорю, ну как не важны? Написано 116. Уж лучше побольше брать, чем 116. Так, ладненько, нам сейчас постельное принесут. А полотенце у нас вот есть. Именно для детей. Тут вот. Кажется, что тут дети живут. А тут ванная. Напугала всех, Женя? Нет. Девчоночки перед сном решили мороженое покушать. Вот это все шоколадка, вот это мороженое. Это шоколадка. Это сколько сгущенку резать. Да? Да. Только ешьте так, чтобы на постель не накапать. Написано на бумажке карамель. Это карамель, а это сгущенка. Угу, хорошо. Необычный шоколадный взял. Так, дорогие мои, на этом мы будем день наш заканчивать. А девчонки доедят
отец заставил их читать всех. Сопротивлялись, конечно, они, девчонки. Там папа. Так, всем пока, до завтра. Всем пока-пока. До завтра.